В общем, вот такой вот, типа подвесной, как это называется, мост. А ждут все Головля. Или Головля. Ну, я вот минут пять простоял, не увидал никого. А, кстати, скалу-то я не показал. Где он там у нас? Вон она. Туда мы идем, только с той стороны. Тут у нас лавка пасечника с этой стороны. И написано, натуральная медовуха только здесь. Ну, кстати, то, что пасека есть и медовуха, это не факт, что он медовуху делает из меда. Эти ульи могут стоять просто так, естественно, купленные. Тут опять меня всем соблазняют. Да ёпарас, это солнце прям в табло постоянно. На мангал садиться нельзя. Я, видимо, что-то не понимаю. Нихера себе. Это кто что? Это в натуре мангал, походу. Вот он сбоку. Открывается, ручки видны. Видно ручки. Вот они, ручки. И, походу, это такой стилизованный мангал. Ну, что, прикольно. Сказал бы, тоже себе сделаю, но навряд ли я себе такую штуку сделаю. Так, а вот здесь у нас с этой стороны остановка и железнодорожная станция, откуда уходит электричка, 8 с небольшим, ласточка на Сочи. Да что ты, ну я же не так солнце вижу, как здесь вот оно отражает. Придется подойти. Ну, в общем, тут замок, называется Старый замок. Стилизованное под такой вот средневековый какой-то. Кондиционеры, все такое. И стоит корова. Для чего стоит корова, непонятно. Видимо, тут все такое. Филе, дорады, семга, люля, цыпленок, баранина. Почему корова? Непонятно, почему корова. Ну, вот этот вот замок тоже примерно похожий на тот, что слева. Вот так вот он выглядит. Ну, симпатично. Тут гостиница. И какой-то прудик за пруда. И нигде нету карпов почему-то. А они бы запросто жили в такой воде. Ну, может, нет, такой же, у меня такой же. Дома зеленый и все. И как раз вот я дошел до входа на пляж. Арка такая красивая. Из камешков. Ну, видимо, это тут подножный такой камень, потому что здесь все из него. Ну, спускаемся тогда, посмотрим, что там у нас. Ну и, собственно, вот он этот кораблик, если я ничего не путаю. Вон там я был сверху, оттуда махал руками вниз, тем, кто был снизу здесь. Вот. Я говорил, он тут снизу более интересный, как вот для созерцания. А сверху залез, ты там ничего не видишь. Ну, камень под тобой находится. Причем ты не на камень становишься, а находишься на вот этой вот тропе и беседке. Это там ребята, которые припрыгали, они, я не знаю, как поднялись. Может быть, даже, вот я вижу, возможно, тут идут ступеньки, нет? Или кажется? Наверное, кажется. Хотя, скорее всего, подъем здесь возможен. Да-да-да, вот так, вот так, вот так, вот так. По-моему, они отсюда и выползли. Или из-под дороги они выползли. Но проход вот сюда есть однозначно. То есть, если оттуда спуститься. Вот. А если пройти вон там за ней, скорее всего... Нет, за ней, скорее всего, прохода нет. Я не знаю, как туда мужичок попал. Тоже сидит ловит. Я вот сколько прохожу, вот я тут стою уже минут пять. Сначала впечатлялся, потом снимал. Они никто ничего не поймал. Ну вон что-то там плёхается. Да как так? Я дно вижу, вон там дно, камни. Видно, не видно, может, отражает угол блюстера, или как блистера этого, блюстера, по-моему. Нет, я вижу дно.
тут, короче, перейти по колено. Я не знаю, как ближе к центру, но по краям, вот до вот этого места, как элементарно перейти можно. И, скорее всего, это она просто обмелела сейчас, потому что вот эти вот грязи, они по-любому обычно скрыты. Тут еще написано: внимание, частная территория, не сорить, не размножаться, купаться запрещено, ведется видеонаблюдение. Вот так вот. Ну что, постою, время 16:30, то есть я дошел до сюда за, не знаю, минут 40, наверное, если даже не останавливаться, медленно идти. То есть мне еще можно тут потусоваться и потом только выдвигаться в обратную сторону, чтобы к 18:00 попасть на ужин. И то можно опоздать там маленько, потому что ужин до 19:00. Сегодня не буду покупать кефир, потому что что-то я вчера посчитал. О, нахренеть, мужик поймал, смотрите. Нафиг нам все эти скалы, мужик поймал. Какой-то чебака мелкого. Вон, у него в ладошке даже скрыт. Аж не видать, что поймал. Первого. Ох ты, господи. Ну-ка, бросай, посмотрим. Где он? Бросил? Нет, вот он. Нет, рука не ищет. Бросай. Вон он. Вон там что-то. Да-да-да-да. Карась какой-то. Ну все, день не зря прошел у мужика. Ладно, надо тут еще потусоваться и домой выдвигаться. Ну, домой, меня уже тут за язык дернули. Санаторий, кушать. Вон какой ящерица. Его. Ну, видимо, мангал. Написано: реклама, художественная ковка. А вот эта фигня, это воздухан от КамАЗа. Я стопудово уверен, знаю, потому что у меня такая же есть. Я все думал, куда приспособить. У меня даже с крышкой никуда не нашел. Выбросил, сдачу в чермет лежит отдельно. Ну, ящерка. Ну все, трасса. Конечная остановка моя. Потому что туда дальше ничего нет. Я так пробежался туда, все. Конец. Придется возвращаться. Тут где-то памятник Павлову написано по карте. Я посмотрел, что конечная. И не могу понять, где он. Но зато здесь что я увидал. Гляньте. Наверное, так будет не видно. Рыба есть, короче. Да. Чебак или что тут? Плавает мел. А, вон что-то красное. Всплывает. Есть. Увидел. Одна какая-то. Это, скорее всего, золотая рыбка. Это навряд ли карп. Карп подлиннее. Не такой толстый. Ну, наверное, это рыбаки там ловят вот эту вот мелюзгу и сюда выкидывают. Если живая. Вот точно. Одна, что ли, рыбка эта. Ой, тут море, вон она. Скорее всего, она тут и размножается, эта рыбеха. О, лягушка, вон она. Лягуха-то такая. Хоть французам продавай. Здоровая. Окуней сюда надо. Ой, они будут гонять, хоть будет это движуха среди мальков. Кстати, вот очень популярные ларьки здесь, такие мороженые. Что-то я попробовал одну, такая, Новосибирский еще. Ну, как-то так. Не впечатлился. Где памятник Павлову? Я все понимаю, красиво вот эти вот камни внутри газон. Как они его стригут, я хотел бы спросить. Потом. Или он не растет больше, это осот какой-то. Или молочай мелкий. Ну как-то же его надо стричь. Иначе это будет просто поле такое. Вот это вот интересно, называется ресторан Чача. С той стороны написано было. Но опять же снять не смог, потому что солнце засвечивает.
Короче, написано, сочный шашлык, 15% за вынос с собой. Короче, купили и уё. Типа того, чтобы тут не сидели. Ну да, это с той стороны написано. Чача, еда со вкусом, да? Надеюсь, с другой стороны. Во! Минус 15% на блюдо с собой. Круто! Маркетинг по голове бьет. Он какой-то Папай рукой махает. Ну и вот замок с этой стороны, когда солнышко светит, очень красиво. Кондеры все портят. Вот реально портят кондеры все это дело. Надо сделать было центральный кондер. Где-нибудь на крыше его заховать далеко, а в комнаты развести сплит-систему. Не подумали сразу. И потом налупили этих дырок. Строители нафиг. Тоже интересная штука. Полных людей 3 дня похитить. Будьте в безопасности, поешьте до отвала здесь. Потрясающе. Ресторан, старый замок. Ну вот как раз он есть, комплекс старый замок. Вон там меня высадили. Блаблакар. Теперь идти невозможно и снимать, потому что идешь по вот этой вот брусчатке. Неровно. Там, короче, гамбургеры такие. 250. Я у продавца спрашиваю, мраморная говядина, что ли? Сочная? Он говорит, нет. Тупо, потому что конкурентов нет, так вхерачили. Я говорю, спасибо, чувак. Да на здоровье. Это вон в тех блестящих вагончиках. Сухая, говорит, как калоша. Закрытая территория со всякими интересными скульптурами. Ну, есть очень красивые. Ну, видимо, это временно убранные. Там вот, например, колодец. Смотрите, ручной. Красота же. Вон избушка на курьих ножках. Мельница. Еще работала бы вообще, лепота была бы. Олень, пожалуйста, морал, скорее всего. Че орал? Да ничего не орал, морал. Смотрите, как орет. Ёпарасоте, как несмазанная телега разгоняется. Жутко страшно. Ну, какая лепота. А это, наверное, место продавца какое-то. Что-то там открывать можно, доставать. Тоже мороженое. И чую, я зря это снимаю. Татьяна скажет, хотеть стоять вот здесь. У меня на игровой площадке. Дверца, все такое. Сейчас только заметил. Деревья, которые, видимо, сухие, обрубленные, они полностью оплетаются чем-то. Навряд ли это виноград. Ну, чем-то они облетаются. Вьюном каким-то. Полчаса простоял около обезьянок и ары этих. Макака называется, порода резус одна, в синих шортах. А девочка Явашка. Ну вот он мне порассказывал, там заплатил ей за фотографию с 2 попугаями на руках. Ну не знаю, вставить получится, не получится, фотку я не пробовал. В общем, сейчас время 16:25, у меня 35 минут, чтобы дойти до санатория моего. Так, короче, пришло 16:58, 2 минуты до ужина. Я был потом свернул сюда, и шел вот тут. Дин-дин-дин, потом вот сюда вернулся. И вот сюда прошел, потом вышел сюда, и до упора тут больше не показано. Ну, нашел край. Вот. То есть отсюда до сюда пешком я прохожу минут за 30. И то я где-то чуть останавливался. Ну, будем сказать, что 30 минут нормально. Пойдем кушать.
ужин. Ну, еще какое-то блюдо будет. Вообще блюдо заказывается вот так вот. Судя по диетам. Вот так вот, вот. А, нет, не будет. Вот у меня третий стол.